Благотворительный фонд «Инсан» совместно с проектом «Умра Хадж» организовали вечер нашида в Каспийске на территории Анжи-арены. Вечер нашида, благословение пророка Мухаммада, алейхиссалам. Нам очень не хватает такие праздники, которые объединяют, во-первых. Во-вторых, данные мероприятия, они сплачивают наше население, наших горожан. Мечта каждого мусульманина – посетить священные места и совершить хадж. Для этого на мероприятии был организован конкурс, в котором принимали участие 10 тысяч человек. Символическая сумма купона, точнее билета, стоит сюда вход 500 рублей. И тем самым все вырученные средства, они идут на больным детям, тем людям, нуждающимся людям, туда будут перечислять сегодня же их. Мы можем только пожелать, чтобы подобные мероприятия были только чаще и проводились, и больше было у нас в городе, потому что народ, люди, мы в этом нуждаемся, чтобы нас сплачивали, объединяли, и вокруг хорошего, вокруг благого. Мероприятие началось с фрагмента фильма «Появление на свет пророка», да благословит его Всевышний и приветствует. После всех присутствующих поприветствовала жена муфтия и официально открыла концерт. В вечере приняли участие зарубежные гости и местная группа нашидов «Ислам». Завершился вечер чтением совместного салавата.